Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы монтируем фиброцементный сайдинг дековер. Позади меня дом из газобетона. Используем здесь дековер двух цветов. Это у нас сильвер, светло-серый цвет, и грей, темно-серый цвет. Давайте я камеру переверну, чтобы вам было более удобно и понятно смотреть. Так это у нас смотрится в более приближенном виде. Светло-серый цвет это у нас основной. И есть вот такие вот небольшие вставки. Вставки у нас идут под окнами. Темно-серый грей. Есть вот такие выступающие колонны с этой стороны и с другой. Я вам чуть позже это покажу, где мы делаем ее вот таким вот темным цветом. С этой стороны тоже у нас оконные вставки. Основной цвет это серый. Также с той стороны, где у нас фронтон, я вам покажу, что мы из серого дековера еще делаем подшивку свесов. Если смотреть вблизи, как у нас смотрятся стыки соединения темного и светлого дековера, и вот это вот окно давайте я вам тоже покажу. Окна у нас тоже будут обходиться темно-серым цветом, и откосная часть, и наличник. Здесь вот у нас используется небольшая ширина, потому что наличник будет 9 сантиметров. Вот эта доска у нас 5. Есть какие-то моменты с грязью еще, но это вот, видите, пыль, она будет потом, ребята, это все будут протирать, чтобы у нас был чистенький, примерно как вот здесь вот. Пойдемте дальше, будем идти по кругу. Здесь вот у нас, если мы посмотрим на фронтоне, как я уже говорил, подшивка сделана тоже из дековера светлого серого. Нижняя часть у нас поперек, в ширину свеса фронтального нарезаются панели и с небольшим зазорчиком монтируется. И лобовая доска у нас сделана в елочку. Тоже из дековера. Достаточно симпатично это смотрится. Уступающие балки прогона мурлата у нас обходятся темно-серым дековером грей. Здесь вот небольшие вставки мы сделали тоже из темного дековера. Два окна, которые у нас здесь. И выступающая часть, про которую я говорил, плюс внутренняя стена у нас тоже сделана из темного дековера. Вот так это у нас все смотрится. Вот эту, видите, выступающую часть заказчик захотел сделать из серого. Здесь вот у нас темно, а здесь получается серый. Идем дальше. Здесь у нас это смотрится вот так вот. Уже подготовлены проемы под откосы, чтобы смонтировать. Ну, практически подготовлен. Вот сверху, видите, обрешетка есть. ОСП еще нету. Здесь вот обрешетка уже выровнена в плоскости. Скоро будут монтировать ее дековером. И с этой стороны, если мы посмотрим, вот так вот это смотрится. Такая же, как и с той стороны. Что касается обрешетки, обрешетку мы используем везде, и на фронтонах, и на стенах, и на свесах. Везде у нас идет сухая строганная доска 95 на 20, длиной 3 метра. Крепим к газобетону ее на специальные дюбеля по газобетону и на обычные желтые саморезы закручиваем. Шагом примерно 600 мм. Так, если сейчас найду саморезы. Так, саморезы у нас для дековера. Это от компании RusConnect. Они поставляют в Россию профессиональный крепеж, различные конструкционные саморезы. Есть у них вот такие вот саморезики. Предназначение у них немножко другое, для
твердых пород дерева, типа лиственницы и так далее. А мы их применяем для дековера. У них хорошие показатели по различным нагрузкам. Выдерживают небольшая вот такая вот шляпка, биты Т-10. И самое главное, почему мы их используем, у них вот такое вот сверло. Потому что дековер — это достаточно твердый материал. Вот, толщина его 8 миллиметров. И не каждый саморезы могут этот материал просверлить. А вот эти саморезы без проблем с этой задачей справляются. Поэтому без дополнительного сверления мы можем эти саморезы сразу напрямую закручивать в дековер. Это ускоряет процесс работы. Вот. Что касается обзора, вот такой вот небольшой обзор. Показал вам домик. Сейчас зима, но несмотря на то, что сейчас зима, работу мы все равно выполняем. Монтируем и фасады, и крыши. Все, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, всем пока. До новых встреч.